Всем привет, меня зовут Евгения Вагелова, и вы снова на моем канале о покупках с Таобао. Этот выпуск о женской одежде, заказанной с Таобао. Первая – это юбка в оттенке хаки, и она из такого плотного материала. По бокам металлические грубые молнии. Она не расстегивается, то есть это имитация. И с другого боку она расстегивается только на верхнюю часть, на длину молнии. Ширина по талии 34, ширина по бедрам 47, к низу она идет зауженная, и длина ее 57 сантиметров. Вес 336 грамм. Мне она, как вы видите, большая. Если мне ее посадить по размеру, то, в принципе, очень симпатичная юбка. Следующее – это свитер женский. Единственное, что мне нравится, это что он полностью обработан черными нитками. И они как бы заметны на лицевой стороне. На ощупь он достаточно приятный, похожий на хлопок. Такой очень плотный. Ширина плеч 40. Ширина под проймой 52 сантиметра. Длина рукава 57. И длина свитера 69. Вес почти 600 грамм. И он такой свободный, кажется даже, что большеват, но в принципе это такой фасон. Следующий — это ангоровый свитер в цвете хаки, и он такой мягкий, приятный на ощупь. Сверху просто нашиты всякие стразы, стеклярус. Не знаю, как они, насколько прочно они будут держаться в носке. Должно быть, он очень тепленький, потому что он прям такой махеровый. Ширина плеч 34, длина рукава 54, ширина под проймой 45 и длина свитера 50 сантиметров. Вес почти 300 грамм. И он очень классный. Я прям его рекомендую. Следующий — это свитшот. В жизни он более яркого цвета, чем отображает камера. Совы – это напечатанный рисунок на ткани. Внутри фриз, и должно быть он очень теплый. Размер указан на бирке М. Ширина плеч 35. Ширина под проймой 43. Длина рукава 54. И длина свитшота 57 сантиметров. Вес почти 300 грамм.
И он очень мягенький, приятный. В принципе, я его рекомендую. Следующая — это очень милая кофточка полосатая. Она тонкая, материал похож на хлопок. Может быть и не хлопок, но на ощупь очень приятный. Размер М. В жизни цвет этот персиковый немного светлее, камера передает его ярче. Ширина плеч 44. Ширина под проймой 47, длина рукава 48 и длина кофты 60 сантиметров. Вес 170 грамм, очень легенькая. Следующий свитшот розового цвета, на ощупь синтетика, но такая не критичная, что ли. Он на флисе, теплый, на груди наклейка с надписью Queen и с короной. Размер указан M. Ширина плеч 38, ширина под проймой 47. Длина рукава 54 и длина свитшота 61 сантиметр. Весит он почти 400 грамм. И вот так вот мило сидит он на фигуре. Ну, в принципе, неплохой. Следующее — это красное платье. Оно трикотажное и очень такое плотное. На демисезон, я думаю, оно просто идеально. Размер S, и на бирке написано Zara. Zara Woman. Ширина плеч 31, ширина под проймой 34, длина рукава 54, ширина по талии 31, длина платья 78 сантиметров, вес 480 грамм. И вот так оно смотрится на фигуре. Следующее — тонкое платье из трикотажа. На рукавах подразумевается кожа или кожзам, но это просто такая ткань, которая ее имитирует. Это просто обычный тонкий синтетический стретч, типа как на купальник, обработка так себе. И ткань такая прям прозрачная. Ширина плеч 36. Ширина под проймой 39, длина рукава 54, ширина по бедрам 39 и длина платья 83 сантиметра, вес 126 грамм, понимаете, да, насколько оно тонкое, что прям легкое. Ну и оно прям просвечивает. Да.
Следующее это кардиган. И, как вы можете видеть, он ничем не отличается от того, какая картинка вставлена в углу. Магазин почему-то два раза отправлял этот кардиган. Даже после того, как его вернули по причине того, что он не соответствует тому, что заказывали. Но его все равно отправили. Второй раз. Я облазила весь магазин, но не нашла такого кардигана у них в продаже. Это обзор на то, как магазины могут отправлять товар. И насколько важна проверка на этапе прихода товара на китайский склад. Но, в принципе, он мне пригодился, чтобы укутываться в него дома. Следующее красное платье из синтетического трикотажа. Не очень приятного на ощупь. И обработка так себе. Ткань довольно-таки хорошо тянется. Сверху такие планки, типа лямки. Размер указан L на бирке. И сзади оно на потайной молнии. Также сзади еще снизу такой довольно-таки длинный разрез. Ширина под проймой 43, длина рукава 57, ширина по талии 36, ширина по бедрам 46 и длина платья 104 сантиметра. Вес почти 500 грамм. И надо сказать, что не очень смотрится оно на фигуре. Ну и следующее платье. Тоже синтетика. Обработка еще худшего качества. Вы спросите, зачем я вам его показываю. Да, просто чтобы вы понимали, что не всегда хорошего качества приходит товар. На этом пока все. Я немножко сбилась с графика, но надеюсь, что я его наверстаю. Смотрите другие мои обзоры и всем пока!